Чё за разруха? Не люблю такой локацию. Мне нравятся более спокойные, типа мегаполисы. Ну, как сказать, спокойные. Она, конечно, не очень спокойная, но там гораздо круче. Здесь все трещит, что-то шумит, блин. Вот так сделаем и все. Тем более нам не нужна аптечка. Там ведь больше ничего нет, правильно? О, стазис. Так, ну все, нам мне уже ничего не влазить, так что погнали. А можно его с собой не взять. Дохлый вроде, да? Вот, пипец. Пробежать успею? А, он все равно сдох. Где еще-то, блин? Еще что ли где-то? Не, мне кажется, значит, что... Глюки, сила. Опа. А как я? Ну-ка, я либо что-то пропустил, либо... Иди сюда. Опа, силовой! Офигеть. Вообще супер. Вот так вот, ребятки. Три штуки уже. Нормально. Круто, идем. Я вам скажу. Просто потрясающе. Потрясающе. Зачем я это сделал? Ну что ж, придется его срубить. А, можно было аптечкой. Ну даже так веселее, мне кажется. По говну идем как будто. Магазинчик. А мы сейчас сделаем вот так, смотрите. Тут у нас стазис, значит, мы вот это перемещаем. Все, больше нам ничего не надо. А эту берем. И про запас, чтобы была там на всякий случай, когда у нас будет дефицит. С лекарством. Все, спасибо, дружище. Три товарища. Так. Тебя-то я и ждал. Понятно. Ага. Да я здесь, куда пошел? Блуждающий. Чё тут как? Это вообще чё? Откуда здесь Земля? Это космос? Это спутник что ли? О! Камнем в него давай. Ты какая жак. Чувствуется, мне тут вообще мясо, мне кажется, будет. Так, а нам прямо, да? Там дверь вроде закрыта. Да, тут дверь закрыта, так что... Давайте дойдем. Все закрыто. Лифт не работает, и тут закрыто. Да, большая не используется. Нифига, он бежит. Ну пойди сюда. Блях, мух, так и знал. Просто не хотел. Ну ладно. Надеюсь, ты сдох? Да, нормально. Так, и нам сейчас... Тут, блин, я даже не знаю, что это. Добыча руды, видимо. Ну да, в астероиде где-то. Ему вообще опасно подходить.
Не, ребят, турборез, видимо, против вот этого вообще никак. Ты сзади, что ли, бля? Сколько вас сюда, в эту локацию, напихали-то, а? Так, ребятки, про стазис не забываем. Ой, блин, идет этот камикадзе. Так, блевунов здесь нет никаких. Плевальщиков этих. Собственной желчью. Блин, вот тут пушку не прокачивал, но она реально мощная. Сама по себе. Давай, покажи. Ты еще и прыгать умеешь. Кто-то еще что-то желает отведать. Так, вот там блок. Вот это с собой берем. Пипец вообще. А где другой блок-то? Заменить, походу, нам, да? Ладно, ставить зачем-то еще нужно. А, ну да. А, все, я знаю, где он. Я же его видел. Так, где-то вот здесь. А, вот он, да. Да-да-да. Не дойдут нам, наверное, дойти до туда. Спокойно. Вот и все заработало. Да не ты мне нужен, блин, я он. Эту руку, чтобы наверняка уже стазис заморозил. Стазис, стазис. Главное, чтобы здесь не выскочил, засранец. А все и... Подожди, а все или нет? Все, где? Блин, тут вообще мясо какое-то. Вот, гаденыш. Так, вот на эту нам давить. Значит, прислушаемся к совету. Так, я не понял, питание мы дали или нет? Да, все, нормально, можно идти. Бежит, бежит. На, взрыв, взорвись. Пипец. Чернорабочие какие-то здесь. Заедает, что ли, или что, не понятно. А чё с них ничего не дают? Всё нормально, дали теперь. Так, там двери никакие потайные еще не открылись. А хрен знает, не хочу здесь уже оставаться. Меня уже ничем не удивишь, только силовым узлом, может. Сразу используем маленькую, чтобы место не занимало. Так, там надо был стазис зарядить. Но я на тот момент еще... А, блин, вот лифт-то был, да?
А, нет, он вниз просто. Да, типа того. Так, все, идем. Attention shift workers. Be mindful of the nearest survival chamber. Your only hope of survival should a cave-in occur. Ах ты гад! Устрели его, блин! Айзек, чё-то я не мог его распилить, что ли? Да, так, что-то нас пишут. Хорошо. Так, прошу прощения. Ух ты! Опять глюк, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу. Что произошло? Элли лайд. She won't help, but you will. You'll see her after step. Вот пипец. Isaac, he's run off. Вау, вау, да. А, да, Айзек, давай. Давай. Да попади ты ему. Все, патрон нет, пипец. Во! Куда, ёп... Чё, я даже не успел прочитать. А, какая-то головоломка, да? Ща, вот там кислород немного подбавим к себе. Там внизу, конечно, был кислород, ну ладно. Пофиг. Так, ты идешь со мной. Надо отодвинуть проход нам. Да, да чё за пипец? Ну, блях, муха, ну куда она улетела? На! Зашибись вообще, да, ребятки? Шикарно. Кислород хорошо, что там можно еще подбавить. Баганая хрень. Так, давай, быстрее только. Так, тут по нулям. Ну хорошо, будем вот так вот. Чё теперь-то? Такая же ботва. Под лучи бы под эти не попасть. Успеем еще нормально. Так, отходим. Берем кислородика. И... Все, заглючил. Так, и куда нам сейчас? А, ну все, открыт проход. Так, секунду. Так, нам внутрь. Подождите, а вот... А, ну это просто, видимо, лучи. Так, ладно, не будем задерживаться тогда, наверное. 100 секунд у нас, да? Надо успеем, наверное. Блин, блевальщики эти. Даже кинуть нечего в них. Ну ладно. Вроде выдохлись. Так, ну если тут кислород есть, ну давайте пополним.